Безусловно, ежегодный отчет любой структуры государственной власти, муниципалитет является очень важным событием. И, конечно, предстоящий отчет губернатора – это важнейшее итоговое событие, которому мы, безусловно, уделим огромное внимание. Если говорить о результатах работы, то они, безусловно, видны. Они заметны и очевидны. Особенно, конечно, мы видим на территории Петропавловска-Камчатского городского округа. Это, в первую очередь, дорожная инфраструктура, это строительство жилья, это строительство социальных объектов. Более того, мы, конечно, внимательно следим за теми событиями в экономике нашего края. И, конечно, важным хотелось бы отметить поддержку бизнеса, поддержку социальной сферы в условиях санкций, в условиях трудной, сложной экономической ситуации, которая характерна вообще для нашего времени. Конечно, это далеко не весь перечень достижений, которые сделаны государственной властью под руководством нашего губернатора. Безусловно, есть проблемы, но я думаю, по плечу они замечательной команде, которая работает во главе нашего региона.